Глава региона вручил почетные грамоты и медали тем, кто в минувшем году внес большой вклад в развитие отрасли, которая, по сути, является локомотивом экономики всей Кубани. Наша многоликая армия строителей, несколько сот тысяч коллективов строительной индустрии, которая делает нашу Кубань красивее, которая делает наши города, наши станицы более комфортнее и благоустроеннее. Нам приятно, что на наших глазах меняются облики наших городов, наших станиц. Это и спортивное сооружение, это сооружение и здравоохранение, это объекты инфраструктуры, жилья. Недаром мы вторые по объемам ввода жилья, а по строймонтажным работам занимаем третью позицию в России. Мы даже себе представить не могли 20 лет назад, что мы можем выйти на такие темпы. Очень искренне хочу поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд от всей Кубани, потому что без вас у нас нет не только настоящего, но нет и будущего. Сегодня Краснодарский край занимает второе место по строительству жилья, уступая лишь Московской области. На Кубани ежегодно сдается почти 4 миллиона квадратных метров готовых квартир. За первые 5 месяцев этого года в регионе уже построили 1 миллион 600 тысяч квадратных метров. Строительная отрасль в регионе одна из самых динамично развивающихся, доходы от нее – это пятая часть бюджета региона. И по прогнозам экспертов, в ближайшие 3-4 года этот сегмент экономики Кубани будет только расти.